Праздничный день, разве не хочется выехать в город на чистом автомобиле, сверкать хромом и свежей полировкой, выделяться из серого потока? 8 марта в Международный женский день автомойка на заправочной станции «Газпромнефть» в районе ПМК приготовила всем автоледи подарок – бесплатное обслуживание. С момента открытия мойки мы уже проводим эту акцию ежегодно. Наши женщины каждый год получают подарки, бонусы, и на 8 марта мы бесплатно обслуживаем машины. Моем кузов, коврики и пороги. Всех клиенток на автомойке 8 марта ожидает и другой подарок. Небольшой, но весенний бонус приготовила для автоледи студия флористики и декора Ольги Ярыш. Мы очень хотим, чтобы в этот праздничный день у каждой женщины была не только чистая машина, но и прекрасное настроение. Пусть цветы от нашей студии в этот праздничный день для каждой посетительницы автомойки станет приятным подарком. У нашего корреспондента Оксаны Перевозниковой, похоже, 8 марта уже наступило. Чистая машина и цветы. Администратор автомойки Ольга Дорошина и руководитель студии флористики Ольга Ярыш поздравили первую клиентку с праздником весны. Ну а всех остальных автоледи ждут 8 марта. Автомойка находится по адресу Ярославское шоссе, 24. Михаил Зуйков, Анна Овчинникова, ТВР-24.